Друзья, с вами снова я, Дак, и на сегодня вместе с Нетроплей поздоровайся. Всем привет, ребята! Из Давидтуб. Всем привет! Будем сражаться над такими вот лаки островами. Начинаем. Итак, в общем-то, считай, лаки Бэдварс. Короче, тут ломаем лаки блоки, получаем вещи. Он уже один поломал. У нас две минуты нельзя, в общем, строиться до центра, а потом можно уже строиться. И там вообще да, лут какой-то будет. Две минуты, все, погнали. Кучу дерева, яблочки, земля, книг. Хрюшка, ой, нифига себе! Какая же хрюшка? Что за свинья тебе там выпала? Мне выпала амбарная броня. Чего? Вот такое может попадать? Да, а ты не знал? Мне тоже выпала. Не вся, конечно, алмазная броня, но алмазная броня тоже попалась. Мне вообще броня не такая себе. Мне, короче, уже выпала железная и алмазная броня. Нет, кто-то у меня из экрана. Ребятки, а мне выпал эндерпёрл. Пацаны. Нет, только не ко мне. Только не ко мне. Я подумаю. Сначала надо вынести самого, считай, сильного. Какаха разрушит наши кровати. Если я еще смогу нормально телепортироваться. У него здесь интерфер. Я тебе про это говорю. Братич. Нетроплей бывает опасным. Ну, в некоторых моментах. Понимаешь, что ты не всегда безопасные. Мы не дадим сломать кровать. О! Дарклин, у меня хороший лук выпал. Ну ты задрал, знаешь, какой ему лук выпал? Там вообще пипец полнейший был. Пацаны, тут злые лоты могут выпасть! Кто? Кто? Выпасть злые... Ой. Короче, злые мобы выпадают? Нет. Конечно. А? Да нет, не выпадают. Сколько минут уже прошло? Не знаю, но у меня очень... А, уже прошло 2 минуты, можно строиться, я вам могу сказать. Как я мог лук выкинуть? Я лук выкинул, короче. Отлично, этот бубер выкинул лук. Блин! Чё, бля? Вы! Я в воде! Недра! Я тебе не советовал бы мою кровать. Тебе что, обсидиан выпал? Нет, какой обсидиан? Метро, у меня к тебе просьба. Можешь ТП-хнуть меня, я в воду упал. Я тоже. Килл, пиши. Пиши килл. Нет, не дави, ты что? Этот какака, знаешь, представляешь, что он хотел делать? Он хотел мне на остров ТП-хнуть. Поэтому свалился, а я думал, что ты Недра хотел ТП-хнуть. Представляешь, Давид? Нормально. Нет. Как я приеду проснуться на мою тропу? Вообще, я думаю. Обна, где? Кому-то надо сетнуть эти вещи? Нет. Ну, типа, нет. Вещи типа на острове. Я тоже ничего не понял. Ну, на острове, чтобы вещей не было. Которые выпали. Ненужных. Ай, тихо, тихо. Меня утопленник убивает. Где? Что, опять упал? Да бывает. Письмо, короче, что? Ладно, бывает. Давай, я сразу, бывает такой. После гимпа. Вот вы понимаете, чего? Ой. Ты обалдел. Извини, я хотел вещи все кинуть. Ну, чтобы убрались вещи, типа, они мешают. Вещи все кинуть? Ну да. Нет, вещи типа на острове. Они просто мешают. Всё, мне упала алмазная броня, я хотел подобрать, и ты её ваншотнул. Ты неправда, ты строился. Я видел, как ты строился там, так что не надо рассказывать. Да, у меня была алмазная броня, давайте у тебя алмазную броню. Да рассказывай, алмазная броня, да. Конечно. Выпала. Блин, почему я упал? Вот я падаю постоянно. Да, ну ты, ну, братан,
это, кстати, он рассказывал, что он профессиональный скайбарсер или кто он? А, да-да-да. Скайбарсер. Профессиональный скайбарсер, который падает. Профессиональный скайбарсер, который играл в скайбарс. Да, и... кстати, не забывайте, могу в любой момент, момент сломаться, потому что ты хотел меня убить. Это тоже интерпорт. Давай это... Давай сначала на бар замочим, а потом уже будем между собой. Да с мысли, меня нельзя замочить. Ты сразу понял, что это ты. Ты думаешь, что ты не нуб. Не нуб, но. Ну ты же говоришь именно с Давидом. Давид тоже куда-то там начинает строиться, кстати. Давид, ко мне смотри. Я метро. Я к метро. Ну и строится к метро, молодец. Так вот так строится, скальбаски. Да подожди, на кинку не так сносит, друзья. Чёрт, перекинул. Это рост, давай, а ты круп. Ну, точнее, Давид, да. Труп, то ещё тебе, к тебе Давид строится на центр. Нет, я к нам. На центр не строится, главное, чтобы не ко мне. Так он же к тебе потом добежит. Так, Давид, не на центр. А сразу на остров Нетро, ты меня понял? Да понял, всё, кореш. Пацаны, у меня блоков нет. Так убивай. Реально блоков нет. Косточки, вы мне не полезны. Дайте блоков, пацаны. Блин. Ну пиара. Ай, блин. Нетро, ты сам тогда хотел. Я не хотел тебя убивать, я хотел просто к тебе нападать. Да твою мать! Не, я опять из этих эндерперлов дурацких. У тебя реально обсидиан или что это? Какой обсидиан? Ты про что? На. Да ну блин, а откуда у вас такая броня? Ну, просто. Я теперь могу... А, нет, надо ролик, можно так назвать, за кадром. Метро. Если что, уже без кровати. В смысле? Я помню, ТП Кнусай сломал, а я тебя предупреждал. Что? Я ТП Кнусай к тебе на острове сломал, и я как? Предупреждал, не иди ко мне. Как ты мог ко мне ТП... У тебя есть Эндерпёрл? Эндерпёрл? Да. У меня их было 11 штук, я давно говорил это. Сейчас уже 7. Я несколько раз промазал. У меня геймпад выключился. Ну что, попался? Будет знать теперь, как мне убивать. А, тут зомби! А! Смотри, убрёшь, всё. Ну что это? Уже не возродись. Уже не возродись, Метро. Не возродись, точнее. Давид, это моя дорожка. Да-да-да, бей этого нуба. Полетел отсюда. Улетел я, пацаны. Ты улетел? Давид, ой, мы с тобой друзья. Не бей меня, не бей. Да-да-да, молодец. Ты делаешь? Я сломал твою кровать. Нет, не сломал. Не сломал. Да, сломал. Сломал. Да-да-да-да. Меня тоже... Меня убил зомбик. Твою мать, он меня скинул. Мне осталось только Давида убить. Привет, Дарклин. А, Давид был убит? Да, а, мне осталось только Давида убить. Привет, Дарклин. Где? Я да тут. Ты сдох. Я сдох, всё. Где Давид? Где Давид? Где Давид? Ты мою кровать не сломал. Сломал? Ты? Не надо? Ставить нельзя обратно, если что. Да, я сломал кровать. Убивай его. На геймпаде не буду играть. ПВП. Блин. А в смысле, ты обратно кровать поставил? Так нечестно. Так. По-тихому. Куда ты там строишься? По-тихому. Не попал. Не попал. Пока. Блин. А что случилось с ним? Я сейчас тебе Дарклин скину. Ой, Дарклин, Давид. Привет. Чё? Я сейчас тебя просто ударюсь, ну, и ты упадёшь. Давай нападай на него. Не, я с геймпадом не трудно. Так ты его не убьёшь. Вы можете... Метроплей, можете этот, пожалуйста, не, сделать ей? Да не, не может. Метро, дай его. Что такое?
Смотрел, как ты не можешь подняться. А я летаю. Я из этого не могу нормально прыгать. В смысле ты летаешь? Выживание летаю. Опять? Я из этого что-то... Да! Я поэтому прыгать нормально не могу, поэтому Давид учит, когда как я тебе строится. Давид, ну блин, я реально сорвался, уже ж проиграл. Ты так очевидно. Но он еще не проиграл. Сзади он третье место, Давид, и так, ря! Ой. Он летал, болец. Ты не можешь летать? Да, вылетал. А почему ты? А почему ты тогда им раньше не пользовался? Все. Почему мне ничего не выпало? Как я могу им пользоваться? Блин, это давай, сделайте, пожалуйста, это. Опять режим измены выживания, вы сделайте. Делай день. Не-не-не. Или мир. День сделай. Так нормально. Пусть, да. пусть будет это ночь. Вот, знаешь, у меня плохая яркость. Да, иди. Стоп! Обратно лети. Что? Так нечестно, Давид. Да, не убить меня, стоп, погоди. Его можно убить? Обалдел. Сейчас я тебе... Хай он тоже умрет. Все, хай он умрет, и я тогда его прощу. Хай он умрет. Ага, так нечестно будет. Сделай, я сдыхать не могу. Я трогаю. Все. Твою мать. Все. Шесть. Он умер. Пять, шесть, пять. В смысле он умер? Как? Давид упал? Да, он упал, поэтому Дарк не побеждает. А как он упал? Димон, видишь, у тебя все включено. Не надо тут рассказывать. Ты строить не можешь. Это сервер залагал, я упал и не сдох на большой высоте, это сервер залагал. Понял. Все, короче, дорогие друзья, на этом все. С вами был Darklin, Netroplay и Давид. Как понимаете, тут, конечно, был ожидаемый результат, но они захотели соревноваться. Всем удачи, всем пока-пока. Всем пока, ребята.